Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами поиграем в такие игры, как Zombie Catch, Battleman 3D, Clear Road, Proud City, Drive Ahead, Brawl Stars, Roblox и Minecraft. Поэтому, друзья, садитесь поудобнее, заряжайте этот видосик своим лайком, берите какую-то вкусняшечку, видосик будет довольно-таки долгий. А также, ребятки, я бы вам хотел порекомендовать свой новенький каналчик, ссылочку на него вы найдете в описании под этим видосиком. Пожалуйста, переходите и подписывайтесь, я буду вам очень благодарен. Ну, начинаем мы с игрушки Zombie Catch. Наши зомби уже найдены, но для начала нам нужно загрузить наши заводы. Давайте загрузим, все, пусть работает. А тут, получается, нам еще два зомба не хватает. Ну, хорошо, давайте тогда мы поймаем недостающихся зомби. Именно тех, которые нам нужны. У меня, кстати, есть, друзья, новое оружие. Я сейчас вам его покажу. Оно, кстати, очень прикольное. Смотрите, у меня этот гарпун уже был раньше, да? Есть у меня еще вот такое вот оружие. Ну, у меня, к сожалению, только один выстрел. То есть, поэтому, ребятки, будем его использовать там, где будет масса зомби. Вот где масса зомби, там мы будем его и использовать, это оружие. Стоять, стоям, бетис, говорю. Все, есть, его поймали. Ой, змея, ребята, змея меня немножечко замедляет. Я понял. О, смотрите, вот тут мы сейчас используем наше новое оружие. Так, бросаем эту штуку. Ждем, пока зомби выбегут. И привет, привет, привет. Есть, всех троих поймали, ребята. Вы видели, как это прикольно, да? Очень прикольно. Еще последнего зомба нужно поймать. Привет. Привет, зомби. И ты съел эти мозги, да? Но ты не убежишь. Да, ты не убежишь. Мы поймали, ребята, всех зомбов, которые нам необходимы для дальнейшего прокачивания. И, кстати, я, скорее всего, сейчас смогу уже себе что-то докупить. Сейчас посмотрим. Так, фабрика загруженная. Все, загружаем полностью. Сейчас... А, это еще не полностью выжило весь сок из этих зомбаков. Давайте мы с вами улучшим зомби-выжималку. Это, кстати, то, что нам нужно сделать. Все, есть. И, по идее, наш уровень повышен. На 7 уровне... О, я уже могу себе купить эту штуку. Так, за 400... Ничего себе. За 400 долларов мы покупаем новую зомби-выжималку. Отлично. У нас уже 3 таких штуки. Давайте тогда загружаем этих зомбов. Еще осталось, в принципе, несколько секунд. Ну да и ладно, зомби уже найдены, поэтому давайте мы их уничтожим. Так, что-то у меня получается только один выстрел, если все. Да, тут, короче, перезаряжается она очень долго, ребятки. Выстрелов очень мало вот из той пушки. Видите, только один выстрел у нас с вами есть. Всего-то навсего. Сколько нам нужно поймать? 7 зомбов. Короче, эту пушечку мы используем для поимки вот тех вот зомби. Так, ладненько, давайте там бросим этот мозг. Отбежим, отбегаем. О, ничего себе, все-таки, друзья, нужно, наверное, эту штуку использовать. Так, сейчас мы ее используем. Привет. Да, потому что эти зомби, они очень сильные. То есть их долго нужно было бить, вообще очень долго. Так, ладно, и давайте сейчас поймаем тогда вот этих вот зомбов. Отступаем сюда, вот пусть они вылезут. А, эти тоже с бочками, кстати. О, этот еще бросается чем-то, ребята, вы видели? Блин, короче, еще могут убегать, убежать от нас. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Есть, есть, ребята, поймали всех, отлично. Поймали всех зомби, которые нам нужны. Еще нам нужно 2 зомба поймать, друзья. Это, скорее всего, будут вот эти вот зомби, которые, эти, которые такие новые, да? Ладно, давайте пусть они лучше бегут вот в ту сторону. Ждем. А, не, это старые зомби, ребята. Это зомби старый. Так, есть. И все. Поймали всех зомбаков. Возвращаемся обратно в нашу кафешечку. Сейчас посмотрим, ребятки, мы сможем загрузить с вами вообще третий наш завод. Новенький. Давай быстренько проматываем. Так, в кафе. Возвращаемся. И, кстати, что нам нужно сделать, чтобы прокачать? Так, а, улучшить веревку и дальше купить дрона. Я понял. Ну, смотрите, вот это вот наша веревка, да? Так, вот, длина ее. Улучшаем, есть, готово. И дальше купить дрона. Давайте посмотрим, сколько дрон стоит. Так, дрон 250. А, у меня немножечко не хватает денежек. Ладно, друзья, я понял. Не хватает баблишка. Сейчас, сейчас будет всего хватать. Загружаем наши заводы. Все, они запускаются. А, тут... А, тут 2 зомба нужно, ребята. Ладно, нам не хватает немножечко денежек, совсем чуть-чуть. Но мы уже, в принципе, будем доигрывать в эту игрушку в другой серии, ребятки. Давайте будем тогда заканчивать, открываем следующую игру. И это у нас Bulletman 3D. В прошлый раз мы с вами остановились на 13 миссии, поэтому давайте мы сегодня пройдем еще хотя бы там миссии 10. Бум! Так, один там выжил еще, да? Ну ладно, ладно, ненадолго. Все, готов. Отлично, захедшотили, ребятки, его. Дальше. Угу, ничего себе. А, тут я понял, что нужно сделать. Друзья, тут нужно вот так вот делать. Бум! Готово. Да, игра вообще прикольная. Мне посоветовали подписчики. Что? Погодите. Что такое? Что за монстр, блин? Что за монстр такой здоровый? Есть. Получи. Так, еще нужно, друзья, одного уничтожить. Давайте мы под углом, может быть, каким-то вот выстрелим, что ли. Есть, готов. Готов, мы его уничтожили. Это какая уже? 15-я миссия. Бомбочку давайте мы бросим вот сюда, вот. Па-бум! Есть. А вторую бомбочку мы бросим вот сюда, вот. Пым! Один улетел, и второй...
Улетел! До свидания! Так, ладно, следующая миссия. О, это прикольно. Это сюда вот нужно выстрелить. Что? Капец, ребята, вы видели, как было все четко? С одного выстрела всех положил. Я в шоке вообще. Так, ты что там стоишь? А, стоп, погодите, погодите. Пэм! Так, бомбочки, бомбочки сюда лишь. Бум! Так, взрыв. Дальше вот сюда. Вот сейчас пусть он подойдет поближе. Бум! А, его не зацепляет, ребята. К сожалению. Бам! И еще один разочек. Вот сюда вот. Бум! Ха-ха, отлично. Конечно, прошли с вами не на идеально, но две звезды заработали. Итак, ага, у нас только бомбочки здесь есть. И все, давайте мы сюда бросим. Бум! Так, все, минус два. И вот сюда мы сейчас тоже бросим. Блин, не туда. А хотя, в принципе, неплохо вроде бы. Бум! Отлично. Хотя можно было пройти эту миссию, используя всего-навсего две бомбочки. О, что за гигантище-то такое-то, а? Смотрите, ребятки, оборачиваем сюда и бэм! Дальше вот так вот. Бэм! Бэм! Бум! А, блин, мимо, стоп. Ребята, блин, патроны закончились. Ладно, давайте мы сделаем тогда, знаете как, вот так вот, например. А, сначала нужно его, наверное, подбить, да? Хорошо, теперь вот так вот двоих. Хоп, есть. Теперь вот так вот двоих. Опа, есть. И вот так вот двоих. Опа. Ну и последнего еще добьем. Даже три еще патрона осталось, ребята. 20-я миссия. Ну давайте пройдем еще парочку миссий. О, базука, ребята. Пум. Хо-хо. Жесть. Пум. Блин, классная оружка. Очень классно. Тут видите, получается, что новые оружия открываются. Оп, есть. На кнопочку нажали. Ты куда убегаешь? Стоямбе. Стоямбе, я вам говорю. Пиу. Есть. О, прикольно. Так, нужно так вот выстрелить под углом сейчас. Блин, так оно должно, по идее, попасть. Все, попало. Ладно, ребята, давайте тогда будем закрывать эту игру, открываем другую. И это у нас Clear the Road. Кстати, друзья, мы остановились на третьей миссии. Игрушка немножко глючная. Реально, если она будет глючить, ребятки, мы будем с вами заканчивать. Мы не будем в нее играть. Короче, смотрите, если она еще раз зависнет, потому что я уже вот ее перезагружал один разочек. Она, короче, зависла у меня уже. Эту миссию мне не получилось пройти. Вот я со второго раза ее прохожу. Да, смотрите, четвертую миссию мы сейчас с вами пройдем. Отлично. Стоп. А, все, миссия завершена. Но, короче, она глючит. Если она еще разочек заглючит, вы это увидите. Я больше играть в нее не буду. Ну, может быть, когда-то в другой раз. О, отлично. Мне больше нравится расчищать именно снег. О, лавины, ничего себе. Даже такое может быть. Вот, все, ребят. Заглючила, зависла. Поэтому, ну, будем, короче, заканчивать. Ладно, закрываем эту игру. Я вообще склоняюсь к тому, чтобы взять и просто удалить ту игру. Ладненько, друзья, у нас следующая игрушка — это Crowd City. Поэтому давайте выберем себе, например, какого-то монстра. Ну, пусть даже будут вот эти вот гиганты. Вот смотрите, какие они прикольные. Все, погнали, ребятки. Погнали. Играем мы с вами только один раз. Поэтому, как обычно, должны взять первое место. Я очень сильно надеюсь, что я его все-таки возьму. Это первое место. Вот там вот вижу зеленого. И, может быть, сейчас я этого зеленого и уничтожу. Так, этого нейтрального тоже берем, ребятки. У нас всего до нас всего есть 2 минуты. То есть, 2 минуты, чтобы выиграть, да? Так, о, есть. Уже сколько у нас уже бойцов? 18. Но пока что, друзья, у нас еще нету первого места. Нам нужно с вами нейтральных игроков ловить. Ну как, не нейтральных игроков, вернее, а вот этих вот обычных игроков. Так, ладно, бежим наверх. У нас уже 37. Но это, друзья, не максимум. Сейчас уже где-то должны с вами загнать вот этих вот чуваков. Вот, зелененький, отлично. Ребят, ловим его. Все, ему хана. Ему хана, и у нас будет сейчас первое место, я надеюсь. В принципе, да, все, у нас первое место. Мы сейчас его докушаем. Докушаем полностью. Давай. Да, блин, что ж он так борется за свою жизнь? Реально, очень сильно борется. Ребята, смотрите. Ну, мы его поймаем и съедим. Давай. Есть, все, мы его сожрали, ребят. Бежим на низ. Смотрите, с каким отрывом мы впереди. Реально, вот этого чувака сотка, но мы и его можем уничтожить с легкостью даже. Пусть я только до него доберусь. Ребята, вот и он. Да, нет, это не он, это кто-то другой был. Хорошо, сейчас мы еще и красного с вами уничтожим. Все, в принципе, ну ладно, пусть он живет тогда. Бежим, короче, вот в эту вот сторону. Нам главное с вами максимум человечков этих рекрутировать, да, чтобы они были на нашей стороне. О, есть, фиолетовый, типа какой-то розовенький такой, да. Сейчас мы этого розовенького скушаем. О, тут их много, очень много. И давай последнего, есть, мы этого съели. Ребят, вот вижу красного, ну, я лучше вот этого вот уничтожу, которого 107. Он где-то вот тут уже рядышком возле меня бегает. Это жирафы, да, какие-то. Все, жирафов мы сейчас тоже поедаем. Опа, все, минус жирафы. Еще наверх бежим, ребятки, 11 секунд остается. Очень мало времени. У нас с вами вообще, смотрите, какая армейка. Капец, 5 секунд остается. Давай. Мы должны его съесть. Ну уже, не знаю, полностью, наверное, вряд ли съедим.
Готово, все. Игра закончена, ребят, смотрите, сколько осталось игроков. Получается, 4 игрока, ну, то есть со мной, а всех остальных мы уничтожили. А это первое место, в принципе. Ладно, друзья, закрываем эту игру, открываем другую. И это у нас, друзья, Drive Ahead. Поиграем несколько каточек. Конечно, постараемся выиграть. Оп, все, ребят, победа. Отлично, это была легкая победа, я практически даже ничего не делал. Представляете, так, два тракторка сейчас сразятся. Сейчас будет взрыв, бум. Ой, блин, я раньше улетел, ребят. Ну, тут мой прокольчик. Ну, если я еще разок его выиграю, то все, друзья. Это будет сразу автоматическая победа, потому что... Так, кто выиграл? А, блин, я ударился головой. Ребят, капец, что за ерунда? Что? А, отлично. Я выиграл, ребятки. Вторая каточка. Вот сейчас противник будет немножечко посложнее, мне кажется. Посильнее, я говорю, посложнее. Бум, взрыв. Падай головой вниз. Либо, нет, ё-моё, почему я еще не выжил, не продержался там еще немножечко. Так, ладно, хорошо, тракторочек против обычной машинки, мы падаем сверху на него, но, к сожалению, да блин, я же вот на правую сторону попытался перевесить нашу машинку. Что? Ребята, почему я проигрываю? Третья катка подряд, короче, сейчас мы должны с вами обязательно выиграть, а смотрите, если мы ничего не будем делать... Ну, не, я так не могу. Друзья, нужно атаковать. Нужно по-любому атаковать. Стоп. Нет! Блин, вы что, издеваетесь, ребята? Я еще, если один раз проиграю, все, мне хана. Ладно, давайте я его завалю сразу вот так вот. Бум. Ну уже. Не, пожалуйста. Пожалуйста. Вот тут нужно звать назад. Сдаем назад. Давай. Боремся за свою жизнь. Ребята, боремся. Есть, он врезался. Он врезался сам, это хорошо. О, ничего себе. Если мы раза три, друзья, с вами выиграем, так, давай сдаем назад. Пока что, так, этот мяч. Мяч может еще меня уничтожить, мне кажется. Так, он что, засел или что? Он, наверное, засел. Ребят, там вообще возможно было проехать? Короче, смотрите, моя тележка, вернее, этот вот чувачок, который вылетел, я выиграл из-за этого. Блин, капец, я в шоке, реально. Я реально в шоке. Так, на мины. Блин, ну это нечестно, конечно же. Друзья, мы проиграли с вами во второй катке. Давайте мы с вами еще одну каточку сыграем. У них какие-то машины посильнее, мне кажется. Ну понятно, сейчас какая-то маленькая, ребятки. Сейчас у нас есть шанс на победу. И уху! Да блин, что он делает вообще? Что он творит-то, а? Что ты творишь, блин? Так, ребят, нужно срочно по голове ему разок дать. Так, он сейчас приземляется. Давай. Уху! Блин, что за приколы, я не понимаю. Что за приколы происходят, ребят? Вода. А, все, он погиб, отлично. Он погиб. Короче, сам там что-то мутил и проиграл. Так, следующая каточка. Уйди отсюда, я тебе говорю. Сейчас динамит взорвется. У-ху! Давай на голову ему падаем. Давай. У нас есть шанс, чтобы его уничтожить. Давай. Есть, ребята. А, все, это победа, класс. Ну, в принципе, три катки сыграли, два раза выиграли, я доволен. Ну, а первую каточку в Бравл Старс мы с вами поиграем за Джина. Давайте в первую очередь мы с вами разобьем парочку сундуков. Например, вот этот вот сундучок. Давай еще один разочек. И последний выстрел, есть. Все, одна банка у нас есть. О, Бул, не, с Булом я не хочу соревноваться. Хотя, почему бы нет, я могу его, в принципе, уничтожить. Я могу сейчас подойти и обоих уничтожить, и тогда свидание. Все, есть. Теперь давайте Була этого, может быть, поймаем. Я бы мог, кстати, его поймать, ребята. Так. Булчик, эту штуку я заберу, если ты не против. Так, иди сюда, мой хорошенький, и до свидания, все. Есть, тебя я тоже уничтожил. Так, эту штуку я тоже заберу, если ты не против, чувачок. Так, бьем его. Отлично, еще разок. Давай. Так, дальше у нас... Я не понял, как я тут проиграл? У меня же было много здоровья, ребят. Я, короче, когда буду монтировать это видео, я посмотрю. Блин, у меня же было много здоровья. Я не понял вообще, как я проиграл. Ну да и ладно, ребят. Главное, что мы хотя бы какое-то там место взяли. Плохо, что не первое, но хорошо, что и не последнее. Давайте мы тогда с вами сыграем в другой режим. Например, Карл. Давайте сыграем за Карла. Не, Карла я не хочу выбирать. Давайте мы лучше выберем... Я давно не играл за... Знаете кого, друзья? Я давно не играл за Барли. Видите, он у меня вообще не прокачанный. Поиграем в режим захват кристалла. Мне кажется, что этот неплохой боец. Для этого режима он очень даже неплох. Мне кажется, вот реально. Постараемся здесь тоже выиграть, ребятки, взять же... О, блин, здесь два Барли. Ребят, мы проиграли. Ну, реально, короче. Два Барли это жестко, ребятки. Это очень жестко. Так, у кого кристаллик? Кристаллик не у меня. Так, Шелли. О, там Эль Примо, Шелли. Вот там Эль Примо в засаде сидит, ребят. Его нужно завалить как-то. Вот там он, видите? Вот видите, где он сидит? Все, ему хана. Хорошо. У нашего Барли, кстати, ульта. Так, давай. Валим их, ребятки, валим быстрее. Все, есть. Так, там Шелли бежит. Где-то вот там вот сидит. В засаде. Короче, мы сейчас ее добьем. Все, мы ее добили, отлично.
Так, тут вот снова наступают. Наступательная операция происходит. И мы вот так сейчас забросаем их. Бам! Отлично, ребята. Смотрите, сколько здесь кислотного, да? Всего. Так, чувак, ты, короче, весь банк не держи, я тебе хочу сказать, знаешь? Потому что проиграешь и будет... Ну, не иди наперед, я ж тебе говорю. Капец, что ты делаешь? Что ты творишь, чувак? Так, 9 штук. Ой, 8 штук. У нас уже... Браво, ульта. Ульта, ульта, ульта. Давай, давай, собирай, собирай быстрее. Есть, 9 баночек. Отлично. Пока сиди там где-то в засаде, потому что, блин, если тебя уничтожат, будет хана. Просто будет хана. Так, этого чувака мы тоже сейчас подобьем. Эль Примо. Эль Примо завис, кстати, ребята. Накрываем его волной. И все, есть, все, прячься, чувак, прячься. Потому что это жесть. Я тебе серьезно говорю, прячься. Блин, ну куда ты идешь? Ты что, издеваешься? Это что, профи какой-то, ребят? Он, короче, все эти сундуки, смотрите. Ой, все кристаллики залутал. Молодец, молодец, конечно же. Все, он, наверное, будет звездным игроком, либо же я буду звездным игроком. Посмотрим. Наверное, что все-таки он будет. Да, друзья, он звездный игрок. Он все эти, все залутал кристаллики. Ну, молодец, в принципе, молодец. Хотя бы в одной катке мы с вами выиграли. Да, Барли решают, конечно. Представляете, что было 3 Барли? Было бы, наверное, мясо. Реально. Ладно, друзья, закрываем Бравл Старс, открываем другую игру. Но сегодня в Роблоксе мы с вами поиграем режим, который называется Парк Аттракционов. Мы с вами покатаемся на горках, конечно же, ребятки. Ребятки, у нас первая горка. Смотрите, какая прикольная. Мы поднимаемся наверх. И что будет сейчас? Ого, как высоко мы поднимаемся, ребята. Даже очень высоко, смотрите. Капец, сколько здесь парков, я в шоке просто. Еще выше поднимаемся, жесть, это самая высокая горка, которую я выбрал, ребятки. Давайте мы вот так вот будем, типа, от первого лица смотреть. И, оу, на низ, да? Прикольненько, давайте мы вот так вот лучше будем смотреть, смотрите. У-ху-ху! Красота, ребята, блин, прикольная игрушка, конечно, очень прикольная. Давайте мы еще чуть-чуть покатаемся и... А, все, это конец? Так, ладненько, чуть-чуть пока... сейчас выберем, короче, другой аттракцион тогда. И мы поехали, ребята, смотрите, hands up. Давайте сделаем hands up. Так, все, мы вроде бы сделали hands up, ну да и ладно. Короче, так, поднимаемся, ребятки. Поднимаемся наверх. Ну, вот так вот от первого лица интересно смотреть. Вообще, такая прикольная задумка, ребят, реально, эту игрушку очень долго делали. Вообще, разработчики красавчики. Настолько громадную карту сделали. Мне кажется, что это не один человек, ребята, делал. Так, сейчас будет страшно, ребята, сейчас будет очень-очень страшно. О-о-о-о, не, ну в жизни намного страшнее, ребятки, честно вам говорю. Я катался вот на таких вот горках, смотрите. Да, ну что-то в этом есть. Если бы, например, были еще какие-то 3D-очки, было бы прикольнее. Ну, друзья, смотрите, это, короче, вот мы будем кататься, наверное, несколько минут. Сейчас проедемся, в принципе, по всему парку. Это, наверное, одна из самых больших горок, что ли. Реально очень большая горка. Наверное, минутки две мы будем с вами кататься. Сейчас смотрите, какие закруточки пошли. Воу, ничего себе, в реальной жизни может закружиться голова, ребята, от такого. Смотрите, от такого кайфа. Ну, это самая прикольная горка, реально. Наверное, самая прикольная. О, а тут есть еще повыше, оказывается, горки. Все, конец. Да, ребятки, конец. Ладненько, давайте тогда будем выходить, в принципе, из этого режима. У нас еще осталась последняя игра на сегодня. Это Майнкрафт. Сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в мини-игрушку, которая называется Turbo Kart Racing. Друзья, буду играть в эту игрушку впервые, но меня привлекло название. Я понял, что это какая-то будет гоночка, поэтому вот я и, грубо говоря, решил поиграть сегодня в этот вот режимчик. Все, погнали, ребята, у-ху-ху! Так, нужно еще монетки собирать, я так понимаю, какие-то, да? Хорошо, хорошо, и мы с вами пока что не первые, к сожалению, мы не первые. О, у нас еще могут подорвать, оказывается, ребята. И игрушка еще пролагивает, блин. Она так жестко лагает, блин, дергается. У меня как бы мощный компьютер, но все равно она очень жестко дергается. Так, стоп, мы с вами вообще на чем мы летим? Мы что, на музыкальном инструменте с вами летим? Походу, что да, реально, ребят, на музыкальном инструменте летим. И я последний, чего? Алексис 6 из 6 игроков. Ну, тут, по-моему, максимум может быть 12 игроков, но эта игрушка, она, наверное, не очень популярная, поэтому зашло как бы сюда только 6 игроков, и все. Ребят, мы с вами пока что последние. Я думаю, что если вот разобраться с управлением, а тут... А, стоп, а тут можно ж мышки поворачивать, и все. Точно, ребята, можно ж поворачивать просто мышкой. Не, не только мышкой, нужно еще клавиатурой пользоваться, ребятки. Нужно как бы мышкой помогать, но еще и клавиатурой. Короче, блин, я похож на какого-то, не знаю, на какого-то пьяного водилу, что ли, который
только получил права еще к тому же, да? Так, а где вот время, например, вот сколько еще времени отводится на это, на все, чтобы проехать эту гоночку, а? Блин, как оно все дергается, ребятки. Я извиняюсь заранее за эту картинку продерганную. Не знаю, ну я просто не привык, когда у меня вот так вот Майнкрафт дергается. Так, а где уже этот, где этот уже финиш? Так, вот это финиш, что? Это финиш? А что, тут несколько кругов нужно сделать или что? Да, походу, друзья, парочку кругов нужно сделать. Ну да и ладно, короче. Друзья, мы с вами будем заканчивать, потому что, ну, я ожидал, что эта игрушка будет чуточку интереснее, но она мне не очень сильно понравилась, не очень сильно мне эта мини-игра понравилась. Поэтому, ребятки, на этом все. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока. Также, друзья, не забудьте перейти по ссылочке в описании и подписаться на мой новенький каналчик.